Уважаемые любители искусств, дорогие наши друзья, дорогие гости, единомышленники, картинные галереи и творческие партнеры наши рады вас приветствовать и поздравить со светлыми праздниками. Для кого-то были значимые праздники Новый год, для кого-то Рождество, примите наши наилучшие поздравления. И мы радуемся нашим творчеством, изобразительным искусством, ряд новых выставок встречает вас. Очень радостно, как всегда, мы готовы к фестивалю искусств, правительственные встречи в картинной галерее. Я позволю себе несколько слов прокомментировать наши выставки, как наше представление к Рождеству. Перед вами выставка московского художника Алексея Якименко. Он и живописец, и художник-дизайнер, и в прошлом физик-ядерщик. И вот такая интересная личность дарит нам такое своеобразное творчество с очень своим взглядом на наши привычные темы, виды и жанры. В малом зале собой наша выставка «Свет рождественской звезды». Это выставка преподавателей художественной школы номер 2 Тихонинской Платоновой Курской имени Поленова. И мы попросили их побольше познакомиться с своим творчеством наших друзей, наших посетителей. Мы больше знаем их как художников-педагогов. Но поверьте, каждая из них очень интересная творческая личность, члены Союза художников и других творческих союзов. Эта выставка всегда дарит вот светлые такие эмоции к Рождеству. И третья выставка в зале первого этажа тоже очень своеобразный взгляд на тему Нового года «12 знаков зодиака». Автор идеи – бельгийский художник Ламбертус ван Мейерен и художник с тамбовскими корнями, сегодня на московский художник Илона Аризанча. Вот такие фантазийные работы ждут вас на первом этаже. То есть очень разнообразная палитра выставок. Ну и прежде всего, конечно же, сегодня наши творческие друзья и партнеры, которых мы высоко ценим. Это коллективы Тамбовского колледжа искусств. И чтобы подробнее об этом рассказать, я передаю слово нашим друзьям. Тамбовский колледж искусств. Сочинение Венецианского
Thank you.
стратегии. Артюр с 5 лет выбрал для себя стезю артиста, музыканта, эксцентрика, звукоимитатора. Выступает на ней цирка. Владимир Сапожнин. Веселые скрипки. Thank you.
регионы. Спасибо вам большое, Юрий Александрович. Вы создали столько подарков в виде творческих коллективов. Согласитесь, мы сегодня получили такие богатые эмоции, которые можно подарить легко. Эти два коллектива, ну и не только два распоряжения коллектива колледжа искусств. Спасибо вам большое. И мы, конечно, прежде всего хотели бы уже заранее сказать, что мы хотим всегда видеть ваши коллективы украшением нашего фестиваля. Спасибо большое, Юрий Александрович. Спасибо большое.